Я, кстати, предыдущую запись не выложил, да? Чего? Это чистый, да. Вот. Насыпайте, ну, где-то сантиметр, может, полтора. Пальчик, как он тебя убивать. Да, говорит, пальчик. Как учил Владимир Григорьевич? В толщину пальчика. Так, а ватку еще пока не Да, и дышать не надо, если что. Говорили, задержи дыхание. На миг. Им все равно. Камера сопровождения. Я как? Цветы возьму. А потом что делать, тебе сказали? Нет. Ну давай сами. А потом еще проверим. Это Марина ты. Вот эта палка, ватка, значит, пробежку нужно заткнуть сначала. Гадалка. Слепая. Мистическая история. Слушай, бежит сам на цели с водой. Вот. Палочка, потом, может быть, если белый пост образуется, то можно поскрести, по идее, он сам поменяется на пост. Алина просто сейчас такая, зачем я на это согласилась? На авантюру. Да, прикрывайте ее с разных сторон. Вот так вот. Да, вот так. Везде. Не учили? Да, вы что, не учили грязь пробирочку? Вы что, не узнали? Да, ты попадаете. Ну, можно с другой стороны. А нужно же повыше брать, нет? Лапкой. Ну ладно. Ну, я боюсь, только мощности не хватит, я забыл свою горелку. Ну как же? Можно в туалете выключить свет. Проверено, там темно. Зачем это ты проверял? Там же окна без что. А, ну, а когда было темно, он говорил, Наверное, было рано утром. А, зимой, да, точно. Ну все. Время упущено. Неинтересно. Поезд уехал. Подождем ночи. Давайте. Мы все равно только не нагреем. Погреем, давайте корпус тоже. Как Арина. А когда греешь, кажется, что там... Нет, там желтый, а потом желтый. Вот сверху желтенький. Да. Вот сверху прям желтенький. Не похоже, что он сидит. Давайте его в шкаф поставим. Не надоело там греть. Понимаю. Обычно не так. Он светит. Там вспышки белые внутри. То есть здесь зеленый. Да, видели. Вон, видели? Да. Сюда можно залить вот отсюда. Я могу залить? Пропустить. Вон, вон. Видите, можно развлечение перебивать. Ого, вспышка. Но сначала было прям ярко. Встряхнем и еще надо. Давай еще налить. Да, ну еще белый пост работает. Не очень полезно. Переносите так, аккуратно. Вспышка такая, не надо. Да, там вспышка, вспышки. Да. Мускулы, я здесь так не знаю. Да, широко. А, на видео все на YouTube не видно. Ну и обойдемся. Приходить нужно было. Да, вообще-то, да, просто бы пришли. Даже в паузе ударяйте, возможно, он говорит, не моя. Оно тут и было. Вы будете смотреть? Ну, да. 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 Температура, возможно, уже. Ну, уже остыла. О!
Нужно было нагреть. Так что он легко разгорается. Но он ведь... Это белый, а красный, вон в банке стоит, и ему вот. Три, три. Да, давайте еще попробуем. Давайте. Медвежка. Все сразу. Вот зеленый, это который флуоресценция его, вернее, фосфоресценция. Шедевр. Ради этого стоит жить, как говорится. Вот, и как раз, когда химическое оружие используют, поджигают сверху дома всякие, вот белый фосфор как раз. Вот эта штука падает. Заводы, как говорится. Ладно, давайте больше не будем, это не очень полезно. Мы пережили коллоквиум по химии.